пекарне, а? Он вроде уважаемый человек. Если я куплю... Дио де Челло, он псих! Уже может укрыться от него. Какая сила! Крипсе дексия, мета аристера, мета пали аристера. Виноват, виноват, ухожу. Я не могу, я не могу, я не могу, я не могу.
Ты заслужил покой, брат мой. Requiescat in pace. Братья, сестры, весь город ополчился против нас. А убийца Юсуфа сидит в арсенале и смеется. Покажем ему, что бывает с теми, кто бросает вызов ассасинам. Я помогу вам сполна насладиться комфортом тончайших шелков. Стой! Быстро! Эй, не дайте ему уйти! На него! Быстро! Да!
надеюсь, твой бог... За ним! Ха! Схватить ублюдка! Будущего султана так легко убить? Ты влез в игру. Не понимаешь. Где она? Какой гнев. Где она? Ты собираешься диктовать мне условия? Так убей меня, и дело с концом. Мне жаль, что все так кончилось. И те, кто могли бы стать друзьями, сейчас спорят из-за ключей. Мы сражаемся за одну идею, Эцио, только разными методами. Ты еще не понял? Мир, стабильность, мир, где люди живут без страха. Да, люди жаждут истины, но при этом не хотят видеть ее в упор. И как же бороться с таким невежеством? Свобода не лишена проблем, но она бесценна. Конечно. А когда все развалится, и цивилизация погибнет. Эцио Аудиторе, возвышаясь над ее обломками, заявит: я не забыл свое кредо. Я открою библиотеку и найду великий храм. И я использую его силу, чтобы разрушить все то, что мешает объединению человечества. Не в этой жизни, Ахмед. Принеси печати в башню Галата, когда решишься. Сделай это, и я отпущу Софию. Скоро здесь будет армия моего брата, Эцио. И тогда все переменится. И долго ты здесь? Достаточно. Я следил за Ахметом с его возвращения, но не ожидал от него такого. И что ты думаешь? Он честный человек. Но эти тамплиерские бредни опасны. Это против здравого смысла. Мир как полотно из множества цветов и рисунков. Мудрый правитель не станет расплетать его. Он боится, что различия породят хаос. Поэтому мы и создаем законы, что применяются ко всем в равной мере. Принц! Назад! Стой, солдат! Этот человек не враг. Как бы я хотел иметь такого сына, как ты. Но ты же еще жив, друг мой. Эцио, прошу, не убивай дядю. Селим бы убил? Да.
Самый свежий жир. Яркий сразу без цели. Все для вас, Эфенди. Если вам нужен отличный товар за хорошую цену, вы пришли в нужное место. Нужно уходить. И быстро! Это отвратительно! О, боже! Тьма смущается. Ноль. Я такой идиот! Ассасин! Стража! Это человек. А он не знаком. Но откуда? Должны покоиться с миром. Грабить мертвецов! Тяжелейший грех!
Вообще-то я очень...
твое жалкое братство обличено!
Thank you.
Держите здесь оборону. Держите здесь оборону. Удерживайте точку. Держите здесь оборону. Стойте тут. Вы должны удержать точку. Держите здесь оборону. Держите здесь оборону. Удерживайте точку. Держите здесь оборону. Вы должны удержать точку. Держите здесь оборону. Держите здесь оборону. Держите здесь оборону. Стойте тут. Держите здесь оборону. Захватите точку.
Держите здесь оборону. Держите здесь оборону. Захватите точку. Удерживайте точку. Держите здесь оборону. Держите здесь оборону. Где вы прячете трупы? Я одно время сбрасывал со старой пристани, но они все равно всплывают. Хоть мешки с песком привязан. Обалдеть! Минуточку. Разве это хорошо? Не... Это может быть... Минуточку. Ну, а через мой псих. Не дайте ему уйти! А я думал, что в старости люди остепеняются. Нет,
его, живо! Все эти мерзавцы не будут болтаться на виселице. Этому городу не видать мирной жизни. Нужно уничтожить этих богохульников. Они переворачивают с ног на голову все ценности, дорогие всем людям доброй веры. Такое точно не каждый день увидишь.
живо! Он не тот, кем... Хватай! Здоровья тебе! Хвала Всевышнему, что он послал! Умри! Умри! Не в то время, не в том месте. Thank you.
Прекратите! Да что с вами? Нужно поймать и предать смерти. Жители города не должны жить в постоянном страхе за свою жизнь. Не верьте лживым слухам. Эти ассасины – хладнокровные, безжалостные убийцы. Вместе с наместниками мы должны уничтожить их. Их всех нужно поймать и предать смерти. Жители города не должны жить в постоянном страхе за свою жизнь. Не верьте лживым слухам. Эти ассасины – хладнокровные, безжалостные убийцы. Вместе с наместниками мы должны уничтожить их. Отыщите этих отвратительных змей. Вырвите их богохульные черные сердца. Дайте городу мир. Никогда еще жалкая горстка мерзавцев не наводила такого ужаса на весь город. Они как гангрена, что медленно пожирает здоровое тело. Их всех нужно поймать и предать смерти. Жители города не должны жить в постоянном страхе за свою жизнь. Ассасины, наводнившие наш славный город, должны быть истреблены. Будьте бдительны. Враг повсюду. Отыщите этих отвратительных змей. Вырвите их богохульные черные сердца. Дайте городу мир. Никогда еще жалкая горстка мерзавцев не наводила такого ужаса на весь город. Они как гангрена, что медленно пожирает здоровое тело. Отыщите этих отвратительных змей. Вырвите их богохульные черные сердца. Дайте городу мир. Не верьте лживым слухам. Эти ассасины – хладнокровные, безжалостные убийцы. Вместе с наместниками мы должны уничтожить их. Ассасины, наводнившие наш славный город, должны быть истреблены. Будьте бдительны! Враг повсюду! Никогда еще жалкая горстка мерзавцев не наводила такого ужаса на весь город. Они как гангрена, что медленно пожирает здоровое тело. Не верьте лживым слухам. Эти ассасины – хладнокровные, безжалостные убийцы. Вместе с наместниками мы должны уничтожить их. Отыщите этих отвратительных змей. Вырвите их богохульные черные сердца. Дайте городу мир. Никогда еще жалкая горстка мерзавцев не наводила такого ужаса на весь город. Они как гангрена, что медленно пожирает здоровое тело. Отыщите этих отвратить.
Дискредитировавший себя купец Мануил Палеолог был найден мертвым среди прислужников Шахпу. Наконец-то этого злодея, который постоянно вел двойную игру, постигла заслуженная кара. Добрые вести с Востока. Из Невшевира командир местного войска сообщает о сокрушительном поражении сефевитского восстания, возглавляемого неким Шахку. Сам он был убит, а его последователи рассеяны. Захватив дворец, принц Селим, несомненно, сменил на султанском троне своего отца. Пока что из порты не поступало никаких официальных сообщений на этот счет. Но мы ожидаем их с минуты на минуту. Приходите к Искандеру из Уксудара и попробуйте самый лучший бараний шашлык в городе. Готовится самыми лучшими поварами из нежнейшего мяса. Приходите и наедайтесь до дна. Захватив дворец, принц Селим, несомненно, сменил на султанском троне своего отца. Пока что из порты не поступало никаких официальных сообщений на этот счет, но мы ожидаем их с минуты на минуту. Приходите к Искандеру из Уксудара и попробуйте самый лучший бараний шашлык в городе. Готовится самыми лучшими поварами из нежнейшего мяса. Приходите и наедайтесь до дна. Похоже, принц Ахмед оказался предателем империи. Есть свидетельства того, что он помогал Шахкулу устроить бунт. Видимо, он хотел ослабить позиции Селима, но теперь его судьба решена. Приходите к Искандеру из Уксудара и попробуйте самый лучший бараний шашлык в городе. Готовится самыми лучшими поварами из нежнейшего мяса. Приходите и наедайтесь до дна. Похоже, принц Ахмед оказался предателем империи. Есть свидетельства того, что он помогал Шахкулу устроить бунт. Видимо, он хотел ослабить позиции Селима, но теперь его судьба решена. Приходите к Искандеру из Уксудара и попробуйте самый лучший бараний шашлык в городе. Готовится самыми лучшими поварами из нежнейшего мяса. Приходите и наедайтесь до дна. Дискредитировавший себя купец Мануил Палеолог. Убейте ассасина! Взять его! Я не хочу участвовать! Пожалуйста! Это не в то время, не в том месте! Я не хочу участвовать в этом! Это что еще такое? Бегите! Бегите! Прочь с дороги! Вы превращаете металлические изделия в шедевры! Убедитесь сами! Труп! Не иначе.
Хуже, что вы только выглядите как простолюдин. Следующий удар станет последним. Никакого уважения к собственному. Доброй ночи. И справедливым возмездием. Я не обязательно. Да, прекратите. Злодеев поодиночке и истребить их! Слишком много! Благодаря вам мы становимся все сильнее.